На Аллее Славы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, собрались представители оборонно-спортивного клуба «Ратник» и военно-патриотического клуба «Застава». Поиск неизвестных захоронений павших воинов – дело чести для каждого из молодых людей. Это дань уважения тем людям, которые начали заниматься этим еще в 40-х, 50-х годах после войны, когда начинали ТПСКВ движение. И это также дань уважения тем, кто отдал за нас свои жизни и защитил нашу страну. Собравшиеся у мемориала провели торжественную церемонию. Уже второй год подряд наша Московская область отмечает День поисковика. Третья суббота ноября. Вот поэтому мы здесь сегодня собрались, чтобы почтить. Цветы возложить. В этом году поисковики нашего округа приняли участие в вахтах памяти в Новгородской и Тверской областях. И благодаря их стараниям были подняты и с почестями захоронены останки нескольких бойцов. Мы ездим в архив, ищем документы, смотрим по картам, где происходили крупные бои, выезжаем на место и металлоискателям ищем. Любовь к родине и своей истории ребятам прививают старшие товарищи и наставники. Мне один ветеран сказал, говорит: Ильич, ты наследник победителей, и твои дети, твои внуки – наследники победителей. Ты должен принести это, и ваше поколение будущее должно принести это все на долгие-долгие годы, чтобы не забывалось то, что было. Реально, победа доставалась очень тяжело. Вот. Мы выходим на поля сражений и видим, что такое война. Это страшно. Работа поисковых отрядов Ленинского городского округа будет продолжена на территории всей страны. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.